Ну, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить куриные голени в казане в сметанном соусе. А на гарнир будет у нас макароны и спагетти. Поехали! Приезжаем к нам. Огонь максимальный. Казан прогрелся, теперь наливаем 50-70 мл растительного масла. Так, обжариваем лук. Все это делаем на высоком огне. Так, весь лук достали. Подливаем еще 50-70 мл масла растительного. Так, масло прогрелось. Отправляем куриные ножки в казан. Все делаем на высоком огне максимально. Так, немножко посолим.
чё, как? Дети, вкусно? Вкусно. Очень?